Что, ребята, привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня будем ловить щуку, окуня. Посмотрим, что у нас попадется с этого. Проходил на красном сзади там, а в озере был и на самом Муховце. Полный ноль. Посмотрим, может, нас здесь, ближе к Гузнянскому мосту уже что-то хоть как-то порадует. У меня голос немножко хрип, так как заболел. Но все равно нашел себе силы, чтобы пойти порыбачить. Что, ребята, давайте смотреть, пробовать. Посмотрим, что у нас этого выйдет. Погнали. А вот и первый что-то взял. Ну, неужели кто-то нас порадовать решил? Щука. Такой карандашик небольшой взял. Тихо. Да я ж тебя отпущу. Но такая вот небольшенькая взяла. Я же думал, окунь хороший. Так, а ну-ка прекрати. Надо достать. Так, успокойся. Так, я тебе открою. Так. Подожди. Открывай, пасть, открывай. Так, ну что? Вот такая щучка у нас взяла. Тихо. Да, я сфоткаю тебя. Вот, видите? Такая красивенькая. Пожила. Ну что, ребята, одна щучка уже взяла, такая небольшая, грамм уж 500 каких-то, 600. Ну, отпустили ее. Вроде бы не зря проходил с нее столько, хоть уже хоть что-то. Уже как-то более-менее веселее. Смотрим, может, что-то еще здесь в этой точке будет. Ну и причем, кстати, без поводка я сейчас ловлю. Странно, думал, она перекусить нитку, но нет. Главное, присел посидеть чуть-чуть, отдохнуть. И удар сразу. Ну, нормально. Что-то окуня не видно. Но щука, видите, хоть как-то проявила себя уже. Уже хоть что-то. Пробую достать что-нибудь еще. Что, ребята, в общем, порыбачили. Итог у нас одна щучка. Ну и тоже неплохо. Так что подписываемся на канал, пишем комментарии, ставим лайки. Ну и до новых встреч. Погнали, ребята.